Перебежские семьи получили участки под строительство индивидуальных жилых домов. На прошлой неделе, 21 сентября, в Бельской мэрии состоялась жеребьевка, которая определила, какой именно земельный участок достанется той или иной семье. Из 30 приглашенных семей, правда, явились только 4. Разыгрывались участки на улицах Хризантемилор, Бунавестири и Карпацелор, расположенных в микрорайоне Новой Бельции и у дома ветеранов. Претенденты на землю сами вскрывали конверты с номерами участков. Молодые семьи могут приступить к оформлению документов и строительству домов. На сегодняшний день в очереди на получение земельного участка стоит 251 семья, подавшие заявление с 2006 по 2008 годы. В прошлом году обладателями земли стали 7 молодых семей. Они ждали своей очереди более 10 лет.